моя страница. Для классики, для классической музыки, ну а также для классических вечных мыслей. И вот я хочу с вами поделиться, пользуясь тем, что такой зал хороший, что такие зрители, я первый раз расскажу о той работе, которой я занялся. Я 2 месяца не выступал. Вчера было первое выступление. Почему? Я начал писать фильм один, сценарий. У меня есть 2 помощника, ну, когда-нибудь узнаете про них. Они, правда, в Днепропетровске, и мы с ними общаемся так, ну, по скайпу, хотя по скайпу я не люблю общаться, вот я хочу вам сразу сказать, потому что я так уровню выяснил. Я не знаю, это какой потенции надо обладать, чтобы с любимой общаться по скайпу. У меня жена вроде ничего, но однажды я увидел по скайпу и вспомнил свое отражение в мамином чайнике. И да, я хохочу, она спрашивает, что смеешься, я говорю, ты увидела себя. Она говорит, ты на себя бы посмотрел. Ну, опять меня потянуло на сатиру. Я хотел говорить серьезно. Я решил один фильм сделать. Фильм очень знаковый. В этом году 1250 лет со дня прихода Рюрика на Русь. Многие ученые совершенно неправду говорят нам. Вообще, если вот вас расспросить, кто был Рюрик, большинство знает, что ответят шведы. Ну, друзья мои, Швеции не было в это время, когда Рюрик пришел. И я это прекрасно понимал. России не было, и Русь тоже не было этого слова. Были восточные славяне. Ладога, Псков, Изборск. 15 городов было у восточных славян. А у племени свеев, из которых появились шведы, один город. Вы понимаете, что не могли люди городские пригласить с окраины, из деревни, крестьянин руков. И крестьян, кстати, в Скандинавии почти не было. Там были разбойники, викинги. Они воспитывали с детства своих детей так. В 10 лет отрубил рабу голову, мальчик подает надежду. Это были поселения разбойников. И называли ярлы, дружины, рабы их были. Славяне жили совсем другой жизнью. Знаете, что доказывает, что Рюрик не был шведом? Шведы германского племени. И я понимал, что в русском языке нет следов германских богов. Представьте себе, вот Один, Фрейя, Тор, это боги скандинавские, многие сегодня это все знают. Даже в английском есть следы этих богов. Wednesday – это посвященный богу Одину, Вадан он назывался, Ведун. Это не слово, не от слова один, у него один глаз был, русский думает, что один глаз, значит, они Один. Он Ведун. Его жена Фрейя, Фрайды, а бог войны Тор, Торсты, но с цингой Фёрты будет. Фрайды, и американец мне сейчас смс-ку прислал, он ушел с первого отделения, его и так впечатлило. Ему достаточно слушать про них. Но написал на чистом, без ошибок написал. Представляете, я от русских получаю смс-ки с ошибками, а он написал кириллицей без ошибок. Есть не тупые американцы. Человек 11, я знаю. Но я хочу вернуться к удивительной истории. Знаете, во времена Ломоносова знали, кто был Рюрик. И вдруг, в один момент, история русская меняется. Как будто что-то случилось. А случилось вот что. Екатерина была немкой. И это все знают. И она взяла немецких ученых-историков. Пайер, Шлёцер и Миллер. Ломоносов не выдержал и однажды дал нюх Миллеру. Прямо на собрании. А тот на него написал иск, что Ломоносов сломал ему нос. Что означает, немец не очень въезжал в русский язык. Он не понимал, за что его обсмеяли. Этот Миллер написал труды, что русские имена произошли от шведских. Как вам это нравится? Например, Святослав от слова свинель. А Владимир от Вальдемара. Я не поленился, я рукопись прорыл летописи. Первый раз слово Вальдемар, имя встречается уже в Швеции в 13 веке. А наш великий князь Владимир – это 10 век. Но никто в то время на это не обращал внимания. Карамзин уже был обязан принять государственную точку зрения. И Соловьев, и Ключевский. И так пошла легенда, что Рюрик с братьями были шведы. И эти немецкие ученые, а Екатерине нравилась эта точка зрения, славяне очень талантливые, но под руководством немцев. Вот так вот скажем. Они под руководством немцев, между прочим, немцев били всегда.
Это тоже совершеннейший парадокс. Но славяне не были воинственны. Славян не было бога войны. У славян был бог Перун, кузнец. Когда пришлось воевать, его назначили ответственным за войну.